замечательный пример классической нашей русской силуэтики. Кстати говоря, что значит русской? Украинцы считают ее вполне древнеукраинской. Значит, белорусы – древние белорусской. Значит, когда мы были с славянами, значит, это конец 17 века. А какие страны используются еще чаще всего силабы тоника? Силабы тоника используются очень много где в Европе. Кроме Франции, кроме Италии, как правило. Божественная комедия в Данте. Она написана силлабикой, я вас уверяю. Мы ее сейчас читаем гладкой силлабатоникой в русском перевозе. Но есть и другие переводы. Много французских стихов написано силлабикой. Но французам равно близка и силлабика, и силлабатоника. Немцы – это, конечно, только силлабатоника и тоника. Они не любят силлабы. Так получилось, да? Англичане – это, как правило, силлаба тоника. Очень многие славянские народы силлабику все-таки используют. Скажем, многие болгарские стихи написаны в оригинале силлабикой. Тоже, кстати, понятно почему. Англичане больше любят верлибо. Что же больше? Это надо в процентах мерить, да? У англичан и у французов, и у немцев раньше появился верлибо, чем у нас, скажем так. И гораздо более широко распространен. Пушкин в свое время предрекал нашей поэзии участь поэзии без рифм. То есть в сущности верлибра. Пушкин ошибся. Он полагал, что очень скоро русская поэзия станет поэзией верлибра. Почему ошибся? Поговорим еще. Сейчас еще одно имя. Симеон Полоцкий. Сразу давайте договоримся, что Полоцкий – это не фамилия. Это прозвище. Хотите псевдоним? Монах Симеон – один из учителей царя Алексея Михайловича, отца Петра Первого, помните? Симеон Полоцкий – самый замечательный наш поэт 17 века. Я говорю «наш», но это не обязательно значит «наш русский». У Семёна очень много стихов по-польски. Он поляк? Не случайно он по происхождению из города Полоцка. Поляк? Да. Значит, наверное, в нем есть и польская кровь. Да. У него есть стихи, которые и современные украинцы с радостью признали бы своими древнеукраинскими. И белорусы, которые знали бы древнебелорусские. То есть давайте договоримся, что это наши древнеславянские стихи. И при этом стихи первые, которые появились в нашей с вами стране. Это 17 век. Начало века. Нетрудно догадаться, середина. 1609, да? 1680 примерно. Примерные даты жизни. Давайте прочтем стихи Семёна Полоцкого. А перевода нет у нас? Зачем тебе перевод? Семён написал много чего хорошего. У него есть книга под названием «Вертоград многоцветный». Вертоград – это по-старославянски, по-древнерусски – это сад. Да? Значит, некий многоцветный сад. Сад, в котором есть много чего? Цветов, конечно. Цветник. В этом цветнике растут разные цветы, в том числе такие нравоучительные истории. Давайте разбираться вот с этой нравоучительной
и забавной одновременно истории. Человек некий, винопийца Бяша. Это что значит? Некий человек был пьяницей. Да. Меры в питьи храните не знаше. Он не знал меры в питье. Так, сразу, какой это размер, давайте разберемся. Вот не надо считать так. Да? Надо считать слоги. Это силлабика. Семен знать не знал силлабику. Это 11-сложник. 11-сложник. Заметьте, как рифмы идут, да? Всегда это женская парная рифма. Бяше, то есть был, да? Знаше. Тем же многожды повнегда, то есть как всегда. Упися. Это что такое, что случилось? Напился. То есть напился он, совершенно верно. Осознаете древнерусские формы, да, прошедшего времени. И неприятность приключилась. В очи его всяка вещь боится. Обратите внимание, да, в очию. Конечно, Семен писал не так. Он писал вот так. Пусть это вас не смущает. Да, у вас написано в современном контракте. Наше с вами слово отсюда какое? Очи. Очи, конечно, а еще увидеть. Увидеть в очи. Мы до сих пор говорим, увидеть в очи, нет. Воочию. Увидеть воочию, конечно. Воочию. Увидеть воочию, увидеть своими глазами. Очию — это старая форма двойственного числа. Двойственного. У древнерусских людей, напоминаю, существовало единственное, множественное и двойственное число. Да? Пусть это вас не смущает. Итак, напился этот наш пьяница, как обычно. И в очи у него всякая вещь двоится. Вот беда. В едино время приидет до дому. В одно время приидет домой. Однажды пришел домой, да? И вся сукуба срешася по дому. И все. Семья. Ну вот все. Это, да, все. Видел это, да? И вот так ему виделось. Правда? Оно, заметьте, странное ударение. По-хорошему бы он нам был. Но для Семёна это не проблема. Ему нужно срифмовать женские рифмы, да? Имея два сына. У него было два сына, двое сыновей, как мы сейчас сказали, да? И же предстояста. Им же предстояло. Им надо... Нет? Нет, проще. Предстояло им. И же предстояста. Уже предстояло. Они перед ним стоят. Предстояста. Это тоже двойственное число, кстати говоря, да? Имеет два сына, и же предстояста, ему четыре в очию стаста. У него же все двоится в глазах. Ему кажется, что сыновей вместо, а их четверо. Дальше некоторая странность. Жена почему-то одна. Он нача жену абие мучити. Он начал брать жену. Абие — это тотчас, сразу же. Он тотчас начал ругать жену. Мучити, не просто ругать. Мучить стал жену. Дабы ей правду хотела явить. Узнать правду. Хотела. Когда два сына новая родила?
И с коим мужем она приблудила. То есть откуда еще два сына? Он же, не заметьте, герой наш пьян. В глазах у него двоится. Видит дом четырех сыновей. Он запомнил. Откуда еще двое? Жена всячески его увещаше. Понятно, да. Его уговаривала. Вино виновно быть, сказав ваше. Вино виновно. Сам виноват. Это все вино в тебе говорит, да? Но он никак у хотел верить. Он никак не хотел принимать это на веру, да? Яти. Замечательный глагол древнерусский, да? Яти. То есть брать. Запомните этот корень, он пригодится еще. Он во многих русских словах есть, да? Брать, взять. Да? Ну, ять. Изъять. Ой, нет, там слово изъять. То есть отобрать. Правда? Ять, то есть взять. И отсюда же по чередованию. Объем, объемный, емкость. Ять. Итак, он не хотел никак ее убрать. Муку жестоку начал вышлять. И жестоко начал муку придумать. Как бы наказать. Отомстить, наказать. Взял есть железо, огнем распаляше. Взял железо, огнем распаляше. Раскаленное железо, там к черву, скорее всего, правда? К жене бедной жестоко вещаше. Аще ты и не мужем неблужденно, сим не будешь и огнем опаленно. Такая проверочка замечательная, да? Берешь раскаленную кочергу и говоришь, ну если ты с другим дела не имела, то этот огонь тебя не опалит. Логика хорошая? Хорошая. Аще же сынем блуд еси творила, и мать ожеще тебя огненно сила. То есть, если все ж таки блуд был, то тогда ты обожжешься. С головой у него, конечно, не то. Но здесь еще один маленький комментарий. На самом деле, на Руси так проверяли, в том числе, ведьм. Обожжет огонь, значит, ведьма. Наоборот, если бы не... То есть пьян-то он пьян, но что-то у него там в голове такое шевелится странное, да? С ума сходит. И заметьте, жена-то отвечает, чтобы ему как-то, ну хотя бы пойти навстречу. Рада железо огненное взять. Невинность мою тебе показать. А дальше она хитрит. Токма подщися своей рукою. Подать и оно ты на руку мою. Типа, что это значит? Обожги свою руку, а потом затей свою руку. Нет, не обожди, нет. Только подай мне своей рукой. Правда? Подай-ка ты мне это раскаленное железо. А все железо распаленно бяше. Часо пьяный в огонь не прияше. Ну, понятное дело, он понял, не принял, да? Не взял в расчет и, конечно, схватил раскаленное железо своей рукой. Ядся железо! То есть как? Ну, жжется. Ядся, нет. Ядся. Взялся, да? Ядся, взял железо. Люди, опалися! Опалился.
Боился сильно, да, Люция? И болезни ради в мале отрезвился. От боли отрезвился. От боли хоть немножко отрезвился, да? И се два сына, дочерью видяше. И сразу, да, увидел двух сыновей. Невинность же мы, свою вину знаше. Срамом исполнен, в печали был есть. Срамом исполнен. Срамом-то что? Стыд, конечно, стыдно ему стало. И прощение у жены просил есть. Вот, кстати, тоже странная рифма, да? Был есть, просил есть. Ну и вывод. Так о пьянство ум наш помрачает. Всяк ум от того верный так гунзает. Гунзает, непонятное словечко, наверное, да, это абсолютный полонизм. Польское слово, да, гонзает, то есть понимает. Как бы мы сейчас сказали, догоняет. Да? Да. Пусть это всякий поймет. На самом деле, о чем стихи? О том, что пить вредно, да? О том, что пить плохо. Так, хорошо. Еще, еще. Чем-то Басня напоминает, конечно. То есть Семен дает нервы. Картинку, я вас уверяю, очень смешную. Даже мы сейчас смеемся. Правда? Временами. Представьте себе действительно эту картинку. А почему жена так нравится? Вот здесь есть нелогичность. Согласитесь. Может, он просто одну из двух выбрал. Возможно. Хорошая мысль. Хорошая мысль. Хорошая мысль. Семен дает картину. И вывод, конечно. Именно поэтому это похоже на басню. Вот вертоград многоцветный состоит из таких картинок с выводами. Ну, скажем, другая картинка посвящена болтливым бабам в церкви. А может и вывод? И там бабы рифмуются исключительно с жабами. О, почитайте. Пожалуйста. Тогда бабы также болтают в церкви, как жабы квакают. И, дескать, не надо болтать в церкви, надо молча слушать богослужение. Семен, напоминаю, был монахом.